Дорогие братья и сестры, в четверг, 18 июля, Святая Церковь чтит память святителя Иннокентия, архиепископа Одесского. В этот день, по благословению нашего владыки митрополита Гавангела, в нашем соборе, в Верхнем храме, будет совершена божественная литургия в 9 часов утра. Уже целый год здесь не было божественной литургии, не звучали церковные песнопения. И для духовного подъема верующих одесситов владыка митрополита Гафангел благословил, чтобы служилась божественная литургия в Верхнем храме. Вечером, завтра в 17:00 владыка митрополит совершит всеночное бдение. Мы будем молиться святителю Иннокентию, нашему небесному духовнику, о том, чтобы он помогал нам, о том, чтобы он благословил нас и не забывал нас в своих молитвах пред престолом Вседержителя. Поддержим нашего владыку митрополита Гавангела, братьев нашего собора, придем на службу и поблагодарим, как достойный верный чад святителя Иннокентия, его, за его святые о нас молитвы. С наступающим праздником!